Доброе утро всем. У нас уже утро. Вышли погулять здесь в парке рядом с домом, потому что я сейчас хочу прошвырнуться по центру города, по магазинам, ну как всегда. Потом поеду, машину мне нужно заправить. Зайду в китайский. Чарли хочу купить. Ну, такой типа подушки, наверное, в машину ему. А то та-то какая-то страшная уже. Она не грязная, но пятна не отмываются. Подушка, которая вот в машине. Что еще хотела? А, в новый магазин зайти, который вот я вам снимала на днях буквально. И все посмотреть внимательно. Я сегодня муж не дома. Отъехал, скажем так. И я буду одна. Я уже придумала, что я буду кушать. Но это чуть попозже. Вкусняшку, как всегда, я ему всегда говорю. Ты, говорю, как уедешь, я всегда себе вкусняшки готовлю. Ну, вы знаете, для него вкусняшка – это жареная картошка фри с яйцом. Поэтому все остальные вкусняшки для него – это не вкусняшки. Ну, вот для себя любимый я готовлю. Смотрите, у нас даже поилка есть. Надо же, никогда не обращала внимания. А сейчас иду и обратила внимание. Я взяла с собой очки. Как у нас в Испании без очков, я не могу. И говорят, у кого глаза светлые, нужно всегда носить очки. А я правда, если я сильное солнце, я не могу не видеть, у меня сразу глаза слезятся. В общем, да. И начинаем день. У меня там машинка уже замочена. Потом приду, постираю, белье поменяю. Планов, конечно, много, а потом как засяду за какой-нибудь сериал и все. И всем делам. Бой. Ну, в спортзал точно пойду сегодня. Это, конечно, не обсуждается. Ну что, поехали по магазинам. Люфчики. Купила себе кремик в Примор. Корейский какой-то. Не знаю, меня сейчас на корейский пробили. А сейчас хочу в Кико зайти. Там снимать, к сожалению, нельзя. Чтобы посмотреть. Что я хотела посмотреть? Что-то хотела посмотреть. В общем, пойду посмотрю. Везде народ гуляет. Китайцев нет. Вы знаете, что я заметила? Сейчас, по-моему, в моду входит вот такой нежно-голубой цвет. Потому что его очень много, голубого цвета, смотрите. И вчера, по-моему, я в этом лазила, как это называется, 21 Boost, или как там называется это приложение. В общем, таких цветов очень много. И мне, кстати, нравится этот цвет, очень классный. Курточка, вот, например, 29-30 евро. Музыка, конечно, тут дарит пипец. Хрен переорешь ее. Вот этот цвет тоже классный. Вот такие куртки, кстати. Это я переодела куртку, потому что в той уже было жарко. И поэтому, ну, я иду вот в те отделы, где скидки. Вот этот цвет тоже классный. Нравятся мне цветы радуги. Вот. Так что голубой. Классный цвет, мне нравится. Будем, значит, одевать голубой. Я уже прошвырнула, сейчас пойду машину возьму и на заправку поеду. В общем, в одной части города прошвырнулась, теперь еду в другую часть. В Алькампу фруктики куплю, потому что я заправляюсь в Алькамп, там подешевле. Раньше заправлялась... Ой, а где у меня ключи? В своем, где работаю, в городе. Вот там что-то стало не так. Ну как? Там разница всего 2-3 цента. Ну, копейка рубль бережет, знаете. Поэтому бережем. А это что такое, собачка? Здесь вообще многих отпускают собак, чтобы они вот так на самовыгуле. Странно. Ну вот, только я сказала, что бензин подешевле, здесь нифига. Вот видите, газолеуа, это как дизельное топливо, рубль 16, потом 98 евро, ну вы видите, да, 95, и вот это вот дизельное экстра, евро 29 почти, так что дорожает бензин и дорожает твою дивизию, вот так вот. Смотрите, какие малюсенькие мандаринчики. Вот обычный, а вот там малюсенький. Это что такое? Такая, смотрю, это не моя. Нет, это не моя.
Малюсенькие такие, как они на Магрин Гранель. Один с копеек, что ли, стоит. Да ну нафиг, что такие маленькие, так дешево. Да ничего, стоит 1 с копеек. 0.11. Странно. Вообще копейки. Надо же. Все маленькое. Помидорчики, гляньте, какие. Малюсенькие. А вот кабачков можно взять. Это такой отдел, вот, где как-то все подешевле. Не знаю почему. Ну тут как-то, знаете, как непрезентабельный такой товар. И он всегда дешевле. Огурчики, в принципе, прекрасные. Я люблю пупырышистые огурчики. Хорошенькие. Вот. Сейчас пойду. Опять машины крутятся. Я там припарковалась в неположенном месте, но ничего страшного. В общем, в спринтер хочу пойти, в спортивный магазин, посмотреть себе стельки для кроссовок. А потом вот зайду опять вот в этот магазин, который новый у нас открылся. Напротив Лидла прям. Потом и в Лидл пойду креветки купить. Вот. Это вот собачий магазин. Не знаю, есть там люди, нету. Посмотрим. Куплю я стельки. Что-то раз дорогие, как кроссовки стоят вообще. Может быть, и в Киабе зайду. Хотя там ничего нет. Время-то уже, конечно, я кушать хочу, но потерплю. Я в магазине, вот в этом, как в великобританском, скажем так, купила, взяла, вернее, Чарли вот такую вкусняшку. Здесь вообще, ой, пакетики, гляньте, какие. За рубль 50, 150 штук, что ли. Прикольно, только их неудобно носить. А вот и эти, смотрите, есть такие вот пеленки. Интересно. А вот по 30 штук. 3 евро всего, прикиньте, как дешево. Разные игрушки. Вообще интересно, всяких штучек, мячики. А это что такое? А, перчатки. Тоже 20 штук, евро 50. Разные салфетки. Слушайте, ну много всего интересного. Посмотреть. О, вот мне, кстати, кабель. Евро 50 всего, представляете? Один надо приобрести. Так что и мышка. В общем, здесь всего до всего. Просто приходить нужно и смотреть. Так что я буду смотреть. А то через экран как-то не очень смотрится. Смотрите, здесь активированный уголь 4 евро стоит, вот кому надо. Прикиньте, как классно. Вообще, что-то как-то много всяких витамин. Масло. В общем, здесь много всего интересного. Можно позудять. А вот, смотрите, рыбий жир. 3 евро. Витамины разные. Прикольно. Даже чеснок. Ну надо же, а. Чего только нету. А вот всякие протеины. Интересно, девки пляшут. Магний. Чего только нету. Ну надо же. Кушать новый Чути. Смотрите, как он ест. Лапами взял и ест. Все как надо. Понравилось. За евро 50. Хотя в Меркаду не дешевле. Что-то я сейчас подумала. И там, по-моему, больше. В общем, набрала тут всяких всячины. Вот. Но в основном фрукты. Пока у меня креветки размораживаются. Представляете, не было креветок таких вот развесных. В Лидль специально ехала за развесными креветками. Не было. Надо же. Надо же, надо же, надо же. Вот себе клубнику купила. Надо выбрасывать, смотрите. Все. Привет с большого Бадуна. Сейчас покажу, что купила. Молоко в Лидле взяла. Такую досточку взяла маленькую. За рубль 50 в этом магазине. Вот. Бамбуковая. Сейчас помою ее. Я люблю маленькие досточки. Их удобнее нарезать и все. А еще я люблю маленькие салфеточки. Ну, такие вот, стол вытирать.
Большие всегда разрезаю напополам, а тут маленькие тоже. За 3 штуки за евро 50. Тоже нормально. Смотрите, 2 зубные пасты за евро 50. И они, кстати, не испанские. Прям, ой, видите, наклейка. Они не нашинские. Но за евро 50 2 огромные пасты, мне кажется, это нормально. Всегда лимон выжимаю вот так, щик-щик, когда в спортзал иду. Взяла себе тоже за евро 50 вот такую штуку. Кабель тоже. Мне к компьютеру, когда перекачиваю видео с телефона на компьютер, всегда забираю другой кабель. Вот, чтобы не мотаться туда-сюда, взяла вот это. За евро 50, почему бы и нет. Стельки, блин, 10 евро. Гелевые. Такие типа с памятью. Пипец. Они там их отрезать можно. 37-41 размер. Ну, не знаю, я сначала попробую неразрезанные, а потом... Если большие, то отрежу. И посмотрю сегодня, пойду с Чарли гулять в этих кроссовках, которые мне были. Мне от них болела, причем только одна пятка. Одна пятка левая. Прям не могла. Вот похожу, и все, потом не могла ходить. Такая боль. Вот посмотрю, может быть, это из-за стелек. Посмотрим. Мандаринчики взяла, евро 78, они у нас по евро 50. Вот эти мои любимые дульсине, или как там он называется, яблоки. Они пахнут просто аромат. Так, потом, ну, понятно, помело, чеснок, 2 вот этих кабачка и бананы. А еще кремики, потом покажу, в Приморье взяла, и креветки в Приморье и в Кику. Масочку взяла в Кико. Такая, чтобы, знаете, после... Ну, все покажу. Сливочное масло я растапливаю. Порезала 3 таких больших дольки зубчика с чеснока. Сейчас буду их поджаривать на сливочном масле. Чеснок немного обжарился. Добавляю туда креветочки. Так немного обжарю и добавлю немного вина. Должно быть очень вкусно. Еще бы креветки да с вином. Вот так прям. И чтобы вот теперь тушим, как говорится, для... Ну, чтобы вино выпарилось все. Ой, блин, выключила. Надо посильнее было нажать, а я выключила вообще. Дурочка. Вот такая еда у меня. Креветки и мига. Помните, я делала манка жареная? У меня есть рецепт на канале. Заходите, смотрите в плейлист рецепты. И салатик, заправленный сметаном с соевым соусом. Всем приятного аппетита. На десерт шокофлан, который я делала совсем недавно. Здрасте, приехали. Я туда, вон с игрушкой. В общем, я хочу немного пропылесосить, убраться, так как я вообще люблю убираться дома одна, когда никого нету. И никто не мешается. Пропылесошу, и вас ожидает небольшой сюрприз, так что никуда не уходите. Приятного просмотра. Дальше. Что я купила в Примор и Кико? Примор купила вот такой вот, ой, крем, не крем, фиг его знает, в общем, перед макияжем. Чарли, но... Соседская собака. Ой, бенеки. В общем, я хотела дневной крем купить. Та-дам! Сюрприз, я покрасилась. Розовый фламинго, дитя заката... Комментариев так я и не дождалась. Один был пепельный комментарий, но я голубая уже ходила. Мне захотелось как-то розового тона. В общем, пишите в комментариях, как вам. Мне кажется, супер. Мне очень нравится. Такой цвет классный получился. Прям вообще. Ну, подсмоется, естественно, немножко, и будет вообще классный цвет. Главное, что, мне кажется, желтизны вот этой вот нету противной, который меня бесит. Ну, так ладно, теперь от крема.
В общем, наносится перед макияжем, выравнивается тон лица, убираются морщины. Конечно, они никуда не уберутся, они если есть, то они уже есть. И уберутся они только хирургическим путем. Но все-таки. Вот. Если вам интересно. Хотя, что может быть интересно здесь на испанском? А ну да, против. В общем, смотрите, какая огромная коробка. Открываем. Открываем. А там такой чипизденчик, можно сказать. Маленький такой. Маленький ты мой. Возьми меня с собой. Зато есть ложечка. Сейчас что-то во всех кремах кладут ложечку. Наверное, у всех просто ногти длинные, и это неудобно открывать и брать крем. Закрыто, естественно. Ой, а что это? Еще одна пленка, что ли? Что-то поналепили. В общем, буду отдирать. Такое ощущение, что это кефир какой-то. Не кефир, а йогурт. В общем, я сейчас умылась, потому что голову мыла и пришлось умыться. Сейчас нанесу, посмотрим, что за тон у меня получится на коже. Впитывается быстро. Не знаю, липковато что ли. Хотя нет, не липко. В общем, пойдет как дневной крем. Не супер увлажняющий, но все-таки. Ну, это, наверное, со временем надо смотреть, что почем и как. В общем, да, такая. И взяла вот такую маску в Кика. Она вот с этой кислотой гиалуроновой какой-то. И, в общем, супер увлажняющая. Я зашла в Кику и говорю, мне нужна маска прозрачная. Говорю, потому что я этой маской буду пользоваться после того, как выйду из спортзала. Потому что когда выхожу из спортзала, кожа такая распаренная вся, знаете, и крема с собой все носить, это мне еще нужна одна сумка на колесах. И я, вот у меня была такая несмывающая маска прозрачная от Yves Rocher, по-моему, называется. Она у меня закончилась, там был пробник такой. И вот она мне посоветовала вот эту масочку, она была со скидкой 50%, смотрите, там, считай, половина, 5 евро стоила. Вот. Не знаю, попробую, посмотрю. Поживем, увидим, как говорится, что почем и как. Ну, главное, чтобы чем-нибудь намазать после спортзала рожу, скажем так, потому что она у меня вся... Не, хорошо. Потом, чтобы макияж класть на это вот все, базу. Нормально так, нормально. Не стягивает, можно сказать, кремом дневным пользоваться, можно и не пользоваться. Кстати, вот это стоило 13 евро. Ну, я думала, тут столько много, такая коробка здоровая, хрена. Не угадали. В общем, да, вот такие вот у меня покупочки. Я уже везде полы перемыла, все везде сделала, сейчас теперь буду отдыхать. Зумба идет. Наверное, не знаю. Но музыка, зумбы, и там еще кричат. О-о-о! Как мы кричим, в принципе. Я надела кроссовки. Смотрите, я на них сменила шнурки и совсем другими красками заиграли кроссовки. Ну, удобно. Со сосновыми стельками. Иду прям как это, не чувствую ног. В общем, классно. Посмотрим. Сейчас мне еще идти. Километров 6. Поэтому... Потом вам скажу. Но я думаю, что все наладится. И старые кроссовки свои я уже выброшу. Ну, что делает? Ну, что делает? Как он любит травки, почесаться на этой травке. В общем, мы, как вы поняли, в своем любимом парке. Так что гуляем. Прям весна. Весна, весна. Потому что нет ветра холодного. Там занимаются люди. Там кто-то сзади чихает. В общем, все по плану. Сижу, читаю, как наносить маску и сколько держать. Ничего не написано. Записано только, нужно быть осторожно.
в ней или с ней нельзя выходить на улицу, и нужно, чтобы, в общем, воздерживаться солнечных лучей, иначе может быть ожог. Ну, я ее завтра смою. Я ее нанесла, она ее все равно не видно, завтра и смою. И на солнце не пойду. Вот, буду с вами прощаться до завтра. Я уже почти все смонтировала, буду отдыхать. У меня завтра с утра химия. Я так не люблю химию делать, а надо. Так что будем завтра работать. Всем вам всем продуктивной рабочей недели. Много денежек и поменьше работы. Всего самого наилучшего. Всем пока-пока.